Привет, доброе утро. Вот вышел специально пораньше утром погулять с собакой в парк, пока нету бомжей, нас не набежали. Ну, вот. Встретил сейчас тут работника, который косит траву, ремонтирует автополив, если ломается, вот, наполняет такие ящики пакетами для сбора собачьих какашек, урны выносит. Говорю, зачем ты это делаешь? Ну зачем? Ну ты же можешь просто вот взять бензин своровать с газонокосилки, пакеты своровать, продать. Ну вы живете все в кредитах, все бедные, кушать вам нечего. Вы не можете себе ничего позволить. И ты вот тут все это честно делаешь, работаешь, выстригаешь эти дорожки, мусор убираешь. Мусор, говорю, опять ветер подует, прилетит и все, и никто даже не узнает, что ты тут не был. Вот. Он не понимает меня, говорит, I don't understand. Показушники конкретные. Вот у них все плохо, все катится, загнивает. Им скоро придет трындец, они об этом прекрасно знают. Доллар рухнет, а они вот это вот показушничают, вот эти все кусты выстригают, мусор убирают. Вообще непонятно, зачем, зачем просто. Можете кто-то сказать, нет? Я вот не пойму. Да какое величие? Какое величие может быть без фонтана?